А кто это такой красивый? Да Пози мой, Пози. Меня Стафик. Солнце светит, наверное. Не-не-не-не-не. Смотри, такой красивый уже, взрослый, да? Взрослый, да. Ну, такой пожених. Мы по рыбалке сейчас. А мы по белкам, вы по рыбалке. Белки это наше все. Ну, тут мы одни. Здесь у нас же охотничьи угодья. Где, вот там дальше? Там дальше, да. А мы туда не дошли. Да, у нас там полно. Ну, а у вас как называется пород? Это пасенджи, африканская милающая собака. Боже мой. Ага, видите, вот так вот. Супер. Даже для тех людей, кто любит собак, но не любит лай. А появилась собака, не лающая. А, это не лающая. Она молчаливая, да. Называют африканский молчун. Молодец. Ты молодец. Ты все глазками своими говоришь, да? Боже ты, какой хвост. Не, она не немая, она много звуков может издавать. Она разговаривает. Бывает, да, да. И как хаски. Ну, понятно. Только не лает. Вот это под дверью не лает, ни на кого не облаивает. Мою щенечку. Я кормила своего дракона, да, кормила. Да, бо мы дома сейчас жарко, мы плохо едим дома. И мы кушаем на улице с удовольствием. Можно хвостик потрогать? Нельзя? Извини. Вот последний позвонок, он не разгибается. То есть она вот так его раскручивает, а вот это она уже не раскручивает. Не раскручивает. Она даже когда спит... Прости, я не знала. Мне нужно было раньше сказать, но ничего. Я не знала. И она поэтому так реагирует, потому что естественно ее все хватают за хвост. Конечно. Чтобы еще схватили мою собаку. И собаки за хвост, и люди за хвост. Конечно, это солнце такое. Да, а там у нее он такой вот уже сформированный такой. Классно. Классно. Да, малыш? Хорошая? Пасанка. Хорошая. Вот, хорошая девочка. Сколько да? ему вы говорили? Ему уже 13. 13. Да. Мы такой уже играющий пенсионер. Ну, я думала, визуально, я думала, ему лет 8-9. Я бы не подумала. Но он хорошо смотрится. Хорошо, да. Хорошо. Потому что он спортивный очень. Давай. Давай мириться. Я больше не буду трогать твой хвостик. Хорошо? Мама, она скажи такая. Ей. Она не кусючая, она просто такая вот. Смотри, такая. А хвостом она вилять не будет. А зачем, скажи? Ты умничка. В лицо она не поцелует никогда. Ну и хорошо. Да? Жалко языка. Сотрется, да? Да. Сотрется язык. Сказать, меня все целуют, что я должна целоваться? Ой, такая принцесса, господи. Бровки такие, такой вот сморщенный лобик. Грустная, такой. Как Стафики такой. Угу. Лобик.